Всем здорово, ребят. Ну что, настал этот момент. Пора обжарить русский рандомчик и выбить королеву ОС и, конечно же, ее прокачать. Поэтому поехали. Начинаем трешечок. Лям 200 самоцветов ради мегани имбы. Просто космо, ребят. Просто космо. Роллинг будет у нас космос. Суккуб. Посмотрим, за сколько она нам упадет на русском сервере. Я по герою уже рассказывал. Герой, в принципе, интересный. Стрелок. Тем, что он ни хрена не делает. Он бездонатный и свален. Но это просто, ребят, влепились пятки лайк. Просто мега леги падают. Химка. Фараон. Давай. Одержимый. Уже, наверное, все ОС повыбивали. Поехали, надо ее достать. И вжарить, и прокачать. Ну, надо посмотреть на нее в действии, поэтому Энди, нам надо ее выбить. Надо, Асура. Просто изи, ребят. Просто влепили лайк. И я не знаю, рукой, ногой, пяткой, это мега эпически. Мы ее вытащили, я не знаю, сколько мы там самоцветов потратили, но она у нас уже есть на аккаунте. Кто там, кто-то кидает уже королеву ОС. Что-то Фреи, Фобосы. Что-то как-то, ребята, тут батька ролит. В общем, вот так вот, она нам досталась, по сути, за копейки. Открыть. Окей. Поехали. Такс. Смотрим на героя. Читаем, что она может. Немножко прокачаю. И, конечно, не английский сервер, что можно будет сразу на максималку поднять. Нам книги надо будет оставить на прорывы. Так. Смотрим. Ищем, кстати, ремочку. Просто изи, ребят. Ну вот, я не знаю. Это просто мега удача. Вы, наверное, такое не часто видите. Вот так вот. Просто налегке ставим девятую ремку. Делаем. Не, ну девятую мы делать и не будем. Нам пока восьмерки хватит. Я хочу вам показать, что может герой, то есть что он себя представляет. Чтобы вы приблизительно понимали. Мелких. Вряд ли у меня здесь мелкие. Они есть. 51 надо. Так, вот такой вот пакетик, нифига себе. И здесь эмблемы. Нифига себе, посмотрите, сколько мне пакетов надавало. Ну просто, просто мега вау. Извините, были бы девятые, можно подумать. Такс. Нам надо немножко маны нафармить. Все, блин, с такими базами, с зефирами. О май гад. Просто не подходи. Я хочу маны нафармить, чтобы мы с вами поставили ее живу. Посмотрели, потестировали немного. В общем, просто налегке, ребят. Просто, просто по заказу. Админ панелька тащит. Так, где там она у нас? 51 нам надо, да? Блин, вот как обычно, вот чуть-чуть не хватает. Ставим ее на таблеточку. Окей.
Так, есть. Ну, давайте нового пэта даже и ставим. Что делает герой? Наносит 140% атаки вражеским целям впереди. То есть он бьет прямо. Затем в течение 3,5 секунд повышает получаемый ими урон на 6% и уменьшает получаемое лечение на 26%. Ну, такое вроде и дебафер классный должен быть, по идее. Но на практике вы сейчас увидите, почему это не имба. Также лечение увеличивает точность ближайшим дружественным героям до 10 героев. Ну, этот герой, кстати, будет очень неплохо осмотреться на этом, на смотрах. Если там будет смотр, надо будет посмотреть, он в какой у нас, по-моему, в серой фракции. Второе или нет? Да. Второе, этот герой будет неплох в КБшке. В КБшке он неплох против гоблинов будет. Это, кстати, против гоблина, на которого надо точность. Вот это да. То есть есть плюс. Не все так плохо в этом герое. В общем, поехали. Посмотрим действие. Чик. Видите, как она в инвиз уходит быстро. Понятно, нам надо атаковать наших друзей. Друзья. Себе. Вот, видите, бьет по прямой. И ремочка, вот, понятно. Нападу на сардельку. Сардель ты съем, лови. Вот, видите, то есть мы не доходим до цели. А какой минус героя, вы уже видите. Он ближнего боя. Хоть он и летающий, но он ближнего боя. Это реально очень печально. Вот, смотрите, отхил пошел даже. Что себе? То есть герой ближник. Вот, смотрите, вот автопрок пошел по прямой. Ну, то есть, есть, конечно, минуса. Знаете, как свалено было. А вот. Так, давайте, наверное, ставим все. Ставим так вот. Что-то поинтереснее поставить, конечно. Поставим питомца нормального, поставим вот так. Так. Опять напали. Спасет нас, не спасет ангел. Ангел нас не спасет. Вот, пошел рез. То есть ближний бой — это однозначно минус на сегодня. Автопрокер плюс. Скорость атаки очень маленькая. 1200, то есть 1,2 секунды. Если сравнивать с новым героем донатным, там 0,4. То есть тот сделает 3 удара, этот герой сделает 1. То есть разницу вы чувствуете. По жизни... Среднячок, то есть жизни не так уж и много, поэтому посмотрим. Давайте, кстати, посмотрим, я буду его потом качать. Хочу посмотреть, что у героя на 13 скилле. 550, повышает получаемый урон на 30%. Ну, в принципе, такое. Ну, лечение уменьшает на 100, также в течение 4 секунд увеличивает на 40 точность. Ну, вот это однозначно плюс. Ну, а так... Честно скажу, мне герой очень, ну, не особо нравится. Будем смотреть уже, сделаем эволюцию, прокачаем. И будет видно, но пока, как видите, кроме того, что автопрокер, ничего такого особенного нет. На PvP локациях, в принципе, как вариант. Это мы затестируем с вами на разных локациях. Ну а так, я даже не знаю. Будем пробовать тестить. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.